Кто эти люди? И зачем они собрались? Раз в 3 месяца воинам раздают жалование. Церемония называется Улуфы-Диваны. Все они получают похлебку и рис с мясом. Каждый берет свою порцию и возвращается в строй. Это церемониальный обед. Если воины подходят за едой, а потом с аппетитом съедают все до последнего кусочка, можно считать, что они всем довольны. Если они не едят, значит, плохи наши дела. Если бунт допустить, всем не сладко придется. Повелитель, умоляю вас, пересмотрите свое решение. Я повелитель, Дервиш. И не склоню головы. Открывайте двери. Дорогу! Султан Ахмед Хан Хазрет Лири! Сипахи и янычары, подданные мои, сообщаем вам наше решение. В связи с непредвиденными обстоятельствами я должен донести до вас свою волю. Выдачу традиционного бакшиша мы вынуждены перенести на неопределенный срок и сегодня его не раздавать. Каждый мой подданный будет спокоен. Иншаллах, в ближайшее время вы получите то, что вам причитается. Госпожа? Церемониальный обед! Ради того, чтобы выслать нас, ты жертвуешь собственным сыном. Воины! Церемониальный обед! Что все это значит? Повелитель, вы обещали. Вы дали слово при всех. Мы согласились ждать. А сейчас вы снова отказываете? Мы требуем наше по праву. И если получить это, мы можем только с помощью меча. Тогда мы обнажаем мечи.
всем головы! Агий, что вы творите? Остановитесь! Наше терпение лопнуло, Зульфикар Ага! Вперед! Неужели ничего нельзя сделать? Я умоляю вас, остановите этих псов. Он ваш внук, госпожа. Он будущее Османской династии. Пусть ему дарует Аллах здоровье и долгую жизнь. Разве есть у нас какие-то иные желания, кроме его счастья?